Привет всем, вы на канале Stock Tesla. С вами снова Виктор. Сегодня я подскажу вам для начинающих, потому что профессионал уже, я думаю, все знаю. Как открыть неработающую Tesla Model 3. То есть если она не запускается, там топленая, как в нашем варианте, я уже показывал, что это тройка у нас топленая, вся электроника лягла. Вот. Как ее можно открыть? То есть капот. Как открыть капот? Ну, сейчас я закрывать не буду и механически показывать не буду, а расскажу, как ее открыть. Ну, будет, я думаю, будет понятно. Так, и при открытом виде вам будет более понятнее. Так, смотрите. Первое, что можно попробовать. Вот в нашем варианте лег полностью моторчик электрический. Открыть его было невозможно. Попробовал я, как обычно открывается тройка. Вот. Вот тут есть такой лючок. Под лючком, ну, к лючку приклеены две клеммы. Плюс и минус. Это для открытия капота. Приносите аккумулятор, и на аккумулятор вот эти две клеммы через провода. Через провода подключаете, и замок открывается. Это если он работает. Если не работает, такой случай, если моторчик полностью лег, что для этого надо делать? Это у нас 20-й год, 12-й месяц. Ну, она уже идет как 2001 год. Она отличается от троек 20-го года, ну, до 20-го, она отличается. Тут уже очень много чего изменено. Так. Смотрите, в этой модели вот так. В этой модели замок, подойди. Замок находится с пассажирской стороны. Он вот здесь вот тут крепится. Ну, я его снял. Замок и трос. Кронштейн. Вот тут так он стоит. Тут трос идет к замку. Вот, как долезть? Вот смотрите. Вот видите, есть ниша, туда рука залазит. Что вам надо? Снять колесо. Открутить подкрылок. И через... Там есть место. Очень неудобно. Но залезть можно. Или же снять нижнюю губу. Ну, защиту бампера. Тоже она снизу откручивается, и через вот этот вот это, ну, как бы сказать, пространство долезть к замку и за тросик потянуть и открыть капот.
другого варианта нету. Вот только так. Так что по этой машине потом, если надо будет, ну, расскажу, чем отличается этот год. Именно этот год до 2020 года троек, чем отличается. Тут уже фары другие. Вот. Потом они тут охлаждение уже переделали. Потом сам телевизор переделанный. Так что тут много чего переделано. Ну что, по поводу как открыть, думаю, тут понятно. Изначально пробуйте, как я уже сказал, через провода вот эти. Лючок открыли, два провода, аккумулятор подсоединили. И открывайте. Чтобы открыть провода, надо приложить и подержать чуть-чуть. Туда оно откроется. Если уже нет, то через защиту. Как-то так. Будет полезная информация. Пользуйтесь. Вот. Так что, опять же, напоминаю, у нас разборка. Все детали по этих моделях у нас на сайте. Вся информация будет под видео. Подписывайтесь. Смотрите, заказывайте. Будем рады. Так что всем спасибо, всем пока.